Говорю то, что мы видим. Все, да, давай, давай. Да, говори. Это троещина, короче. Да, давай. Гулок это вообще это страх и ужас. Тьми, страх и ужас. Я думал самолеты сперва. Оно такое ощущение. Как самолеты. Думаешь, мы самолеты стреляли, сейчас поднял вверх, думаешь. А потом тоже увидел это самое. И бабахало. Ну, минут, наверное, 10, наверное, бабахало. Impact. То что, мы кормили детей за столами, сидели дети. Начали дети кричать, начали кассеты эти рваться, тут страшный суд, что. Мы начали детей собирать до кучи, начали рассказывать им сказки, что это, ой, ребята, гром среди зимы, ой, скоро лето, скоро это гром. А дети же понимают уже, наших детей уже не проведешь, они кричали. Мы их еле спустили со второго этажа, мы не знали, что делать. Иду. Перед вами зараз місце падіння боєприпаса від бойової машини реактивної артилерії великої дальності. Якщо дивитися по напрямку, вона прилетіла з півдня. А ціль, мабуть, дуже проста. Завтра починаються переговори в Мінську. Хтось, мабуть, шукає собі аргументи для того, щоб чинити тиск на Україну.